Анонс и точность выхода 19 серии турецкого сериала «Личность». 19 серия сериала выйдет в эфир 17 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как Агаха охватывает вихрь страсти, и его жизнь становится полотном, переплетенным судьбой и местью. Судьба, словно невидимая рука, манипулирует его будущим, ведя его в горе, из которого не видно выхода. Агах, искренне желающий изменить ход игры, оказывается на распутье. Огонь мести горит в его глазах, предостерегая о бурях, которые могут разразиться в его душе. В этот момент он колеблется перед лицом неожиданного предложения, которое как пламя освещает путь вперед. Ему предстоит сделать выбор, который затронет не только его собственную судьбу, но и судьбу окружающих. Интриги, страсти, тайны переплетаются в этой серии, как нити в сложном узоре, создавая невероятное напряжение. Он человек с туманным прошлым, сталкивается с невероятным вызовом противостоять несправедливости, закручивающей его водоворот. Мир сериала наполняется эмоциями и неожиданными поворотами. Жизнь главного героя превращается в настоящий калейдоскоп событий, где каждый поворот представляет ему выбор, влияющий на всю его жизнь. В этой борьбе судьбы и мести Агах оказывается перед дилеммой, которая требует от него не только смелости, но и мудрости. 19 серия сериала выйдет в эфир 17 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.